Здравствуйте, друзья! Вы на NewsAder, я Александр Кушнарий. Сегодня у нас 25 июля. На связи из Соединенных Штатов наш друг и коллега Юрий Рашкин. Здравствуй, Юр. Здравствуй, Саша. Всем привет зрителям, слушателям канала NewsAder и Рашкин Репорт. Скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь заявление главы Пентагона Ллойда Остина на заседании Рамштайн-4 о том, что Владимир Путин жестоко ошибается, полагая, что он сможет в этой войне продержаться дольше, чем Украина и Запад? Я, во-первых, не буду спорить с министром обороны, у которого есть более точная информация, а с другой стороны, выходят одним за другим репорты, которые показывают, что российская экономика разваливается на куски. Конечно, можно сказать, что люди в России привыкли и к худшему, и как в старом анекдоте, по крайней мере, там при Сталине нас не ели. Так что если сравнивать, что может выдержать население России, то, наверное, там за исключением, если перестанут продавать алкоголь и сигареты, то жизнь как-то продолжится. Хотя, насколько я понимаю, Филипп Моррис тоже заявил, что они теперь покидают российский рынок. Так что вот теперь у них уже будут, так сказать, более серьезные проблемы, потому что Беломорканал – это же все-таки Беломорканал. С другой стороны, все эти желания Путина по поводу того, что можно продавать газ в Азию, мы знаем, что 10% максимум уходит сейчас в Азию, в Китай. Все это было всегда нацелено на Европу, а Европа уже отказывается бесповоротно от российского топлива, потому что это, в общем-то, и стратегии предыдущие совратить и сделать из Кремля людей этими мощными нефтяными контрактами и газовыми контрактами не увенчалась успехом. Соответственно, мы видим, что экономика разваливается, и при этом война идет абсолютно на истощение. Это было понятно уже не первый месяц. То, что Россия пытается устроить эту войну, забросав Украину пушечным мясом, не работает, потому что даже лада на всех не хватит, потому что они не могут починить никакого оборудования, у них не хватает людей, нужно тогда будет переходить в полное состояние войны, то есть объявлять полную мобилизацию, что мы видим, Путин и этого боится, потому что он чувствует, что тут у него будет еще один провал. Но министр Остин перечислил один за другим провалы, там уже 5 или 6. Ну, в общем, как смотреть, потому что если слушать Лаврова, то, конечно, все замечательно. Если слушать Соловьева, то все шикарно. Если слушать вообще советский, простите, российский телевизор, то жить стало лучше, жить стало веселей. Но мне кажется, что видно людям, которые там живут, что это не так. Что, как у нас говорят в американском футболе, это когда вы передвигаете линию, где находятся ворота. И это то, чем занимается бесперерывно российская дипломатия, пытаясь объяснить, что они не вот этого пытались добиться, а что-то другого пытались добиться. На самом деле они не добиваются ничего. Они потеряли и крейсер «Москва», и потеряли «Змеиный остров». И сейчас министр Резников сообщил, что уже 50 складов было разбито «Хаймарсами». Так что «Хаймарсы», с одной стороны, хотелось бы их там 100 или 1000, а с другой стороны, когда каждая ракета бьет по складу и уничтожает склады и мешает этой машине зла и империи зла дальше продолжать, то это остается просто империей лжи, потому что сил там, в общем-то, уже нет и все меньше. Поэтому список поражений Путина будет только расти с успехами украинской армии, которая при этом получает все больше и больше помощи от Запада. Мы видим, что каждую неделю президент Байден подписывает новый пакет помощи. Сейчас он уже подписал 16-й пакет помощи. И, как сказал генерал Милли, главная проблема уже тут не в «Хаймарсах», а в том, что им нужны ракеты, им нужны экипажи. Поэтому мы тренируем и экипажи, и делаем заказы на ракеты. Это слегка, мы видим, замедляет поставку, просто потому что, когда это идет со складов Пентагона, то это быстрее, чем если это нужно заказать, сделать и так далее. Это занимает время. Но каждая из этих ракет, в отличие от российского амуниции, скажем так, точно бьет по цели. Соответственно, она попадает туда, куда надо, и делает то, что надо.
И как в такой ситуации Путин может не нервничать, трудно себе представить. Он может, конечно, надеяться, что в одной демократии, там в Италии пришла, там будет смена правительства. Но люди, избирающие, в этом была большая проблема Путина. Он-то думал, что может купить всех политиков. Политиков можно купить, но в конце концов политики должны исполнять в демократии желания людей, иначе получится то, что получилось в Украине, когда Януковича можно было купить, а Украину не получилось. То же самое у него будет и со всеми другими странами, где он пытался и пытается купить экстремалов, маргиналов и политиков. Люди в конце концов требуют, чтобы их страна, их государство поддержало Украину, потому что все видят, что благодаря американской разведке, что четко было неспровоцированное, несправедливое нападение, зверское нападение, где военные преступления совершаются каждый день. Путин может летать в Иран, он может даже взяться за руку с другим лидером, несмотря на его страх коронавируса. Но ему это в конце концов не поможет, потому что какие иранские дроны, если у вас есть выбор между иранским дроном и американским дроном, какой бы вы выбрали? А тут мы еще видим, что это только начало, то когда они их еще сделают, когда они их еще получат, кто вообще будет у власти в России насидеть на этом троне к тому времени, когда эти дроны из Ирана такие поступят, возможно, в российскую армию? Вообще, что останется от этой армии, одни дроны? Юр, вот скажи, пожалуйста, как думаешь, американская оборонная промышленность сейчас испытает подъем, учитывая, что понятно, что нужно украинцам на поле боя, да, какие конкретные виды вооружений и какие конкретные боеприпасы к ним? То есть, вот как ты это видишь? Что-то сейчас происходит на этом фронте? Может быть, какие-то решения принимаются? И в целом, вот ты на перспективу 3-4-5 лет как смотришь? Особенно, кстати, в контексте того, что принимается сейчас самый крупный вообще за последние, наверное, десятилетия оборонный бюджет. Более 800 миллиардов долларов будет утверждено 100%. Да, и мы так долго в Соединенных Штатах, скажем так, с левой стороны говорили о том, что а нужно ли нам столько тратить на наши военные нужды? У нас все-таки такой бюджет большой, может быть, нужно заняться другими проблемами. Но теперь, благодаря Владимиру Путину, этот вопрос практически отпал на данный момент. И то, что нужно давать все оборудование, которое нужно Украине, в общем-то, не оспаривается. Поэтому это значит, у нас такой первый, с одной стороны, гигантский бюджет, а с другой стороны, практически единогласно поддерживаем в Соединенных Штатах. Да, конечно, есть люди, которые говорят, что надо тратить на другие нужды побольше, но сейчас таких сомневающихся никогда не было так мало сомневающихся в нужде в большом бюджете, оборонном бюджете Соединенных Штатов, включая 100 миллионов долларов, которые включил туда конгрессмен Кинзингер специально для того, чтобы тренировать украинских летчиков летать на американских самолетах, потому что мы знаем, что это другая технология, это не советские самолеты, и это займет какое-то время. Значит, когда есть финансовая составляющая, то после этого единственное решение остается политическим, когда это нужно будет, так сказать, возможно, это уже происходит, тут есть такой слегка элемент военной тайны, но если деньги на это уже выделены, то это очень облегчает задачу политиков, потому что не нужно говорить, а где мы деньги возьмем? Деньги уже есть. С другой стороны, это будет влиять на нашу экономику в каком-то смысле, несмотря на то, что наша экономика намного больше, чем наш военный бюджет, и даже наша помощь Украине, хотя она и беспрецедентна по своим размерам, все равно она минимальна в размерах нашего бюджета. Но, тем не менее, мы знаем, что Пентагон сделал запрос и получил ответ от сотен разных компаний. И вообще война является мощным толчком для развития технологий. Вообще, это насчет уже толчка, Путин просто оказался тем пинком под зад, который нужен был западным демократиям, чтобы понять, что нужно тратить больше денег на оборону. Мы видим это из Германии, мы видим это и с другими странами, которые раньше просто говорили, ну, если что-то будет, появятся Соединенные Штаты, и нас спасут, и все будет нормально. А тут понимают, что, с одной стороны, Соединенные Штаты не гарантированы,
потому что всегда может прийти к власти какой-нибудь Трамп, который заявит, что Америка первая, и все, и вам самим надо тратить больше денег на оборону. А с другой стороны, Владимир Путин поджимает с востока, и когда он начинает даже говорить о том, чтобы прервать поставки газа, то все понимают, насколько конкретна эта угроза. Поэтому это будет в каком-то смысле, да, хорошо для экономики западных демократий и Соединенных Штатов, и Европы. Так что тут мы увидим много полезного развития, потому что, как говорят генералы в Пентагоне, мы всегда, так сказать, армия готова к предыдущей войне. А предыдущая война у нас была какая? Она была в пустыне, она была в горах, а теперь у нас как бы другие цели и другие нужды, и поэтому мы к этому подстраиваемся, и я уверен, что к концу войны в Украине мы будем к этому очень хорошо готовы, и после этого будем еще долго рассматривать, так сказать, следующий конфликт с точки зрения этого конфликта. Ну, как бы так это устроено. Но, как сказать... Я бы не думал с точки зрения Путина, что тут что-то идет в его пользу. Это идет просто вопрос о том, скатывается ли он под уклон в это бездонное болото, с какой скоростью и когда он решит. Потому что он, видимо, не решит, что он, так сказать, согласен сдаваться. Значит, нужно, чтобы его кто-то там внутри решил это за него. Наблюдаем. Кстати, по поводу противодействия иранским беспилотникам. Вот тут вот генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью сербской газете, что украинцы получат сотни средств борьбы с беспилотниками. Ну, то есть это явно в связи с угрозой вот этих поставок. Кстати говоря, Иран, если и имеет какие-то беспилотники, имеет он, я так понимаю, благодаря своему умению воровать. То есть он просто... как известно, скопировал, не очень хорошо, говорят, правда, американские и израильские дроны. Вот. Но это отдельная история, а вот в целом, конечно, то, что ты говоришь, меня наталкивает на следующую мысль, что у меня ощущение, что НАТО очень повезло еще вот в каком плане. Путин раскрыл карты, и он показал, на что он способен, что он может и чего он не может. И НАТО сейчас может наблюдать сильные и слабые стороны своего главного противника. По большому счету у НАТО два противника, это Китай и Россия, но вот Россия сейчас раскрылась. И для НАТО это встряска. Теперь НАТО будет готовиться к будущей войне. И она знает, к чему готовиться, какие конкретные системы, допустим, усиливать. Вот я на днях читал статью о том, что американцы, например, поняли, что им в будущих войнах вот против крупных противников понадобится артиллерия. Это относительно слабое место американской армии. Вот сейчас его будут подтягивать. Оказалось, что, например, «Хаймарс» очень эффективны. Даже 20-30 единиц могут остановить фактически всю континентальную армию. Как-то не странно, да? Причем с ракетами наименьшей дальности среди всех, которые есть у США. США сейчас разрабатывают с дальностью и 500 километров ракеты, и больше 500 километров. И там разные гиперзвуковые ракеты, вот они сейчас проходят активно тесты, проходят успешно. То есть это очень мощный толчок, и НАТО будет знать, к чему готовиться. То есть, ну, я думаю, что Путин, конечно, очень сильно просчитался. Он-то думал, что он сейчас Украину быстро захватит, потом сможет угрожать НАТО. А тут, Юра, вдруг выясняется, что все, что он готовил для войны против НАТО, приходится использовать для войны против страны, которую он даже и страной-то не считал. Все ресурсы. Ну, что сказать, Путин постоянно ослабляет Россию и вредит стране, в которой он заправляет, и после него останется очень слабая и ослабленная, и ослабшая страна, которая на самом деле будет... легко может попасть вот, либо под экономическое, либо под военное влияние, например, Китая, который сидит и наблюдает за тем, как Владимир Путин проигрывает войну в Украине и делает из этого выводы. Как, например, то, что нельзя серьезно рассчитывать на то, что ты можешь вторгнуться в страну, где тебя ненавидит 40 миллионов человек, с армией размером 190 тысяч, что это глупо, это бездарно, и так вторжение не осуществляется успешно, потому что, значит, нужно иметь намного больше войск, и Китай из этого делает выводы, и сейчас Китай и Тайвань, это вот следующая, возможно, та угроза, потому что мы видим, что мир, к сожалению, благодаря действиям Владимира Путина, движется к большой войне. И то, что делает сейчас президент Байден,
постоянно увеличивая и наращивая поддержку Украины и Европы, и посылая новые войска в Европу. И вот затрагивайте дроны, еще раз на секундочку, он дал приказ, заказал, чтобы сделали 580 новых дронов. И, кажется, на этом он ассигновал 95 миллионов долларов Phoenix Ghost. Значит, еще будут почти 600 дронов, которые дроны-самоубийцы, но это значит, это что еще, 600 российских танков или других целей, которые могут быть выведены из строя. В это время наш, значит, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси говорит, уже планирует поездку в Тайвань, и мы опять видим двухпартийную поддержку, потому что это связано с нашей обороной, что, в общем-то, большинство республиканцев и практически все демократы понимают, что наша национальная оборона – это невероятно важная вещь, которую нельзя игнорировать. И сейчас уже сенатор-республиканец из Небраски Бен Сасс говорит, что Нэнси Пелоси нужно поехать в Тайвань и сказать, что ничего по этому поводу коммунистическая партия Китая не может сделать. Так что мы уже как бы теперь вот посылаем сигналы Китаю, посылаем сигналы Тайваню, и при этом поставляем все больше и больше оружия Украине. Так что в какой момент эта война перерастет в следующий уровень, как бы непредсказуемо, но с другой стороны, все к этому мы видим продолжение. Но интересно, что президент Байден при этом пытается как бы избежать, как бы выглядеть таким образом, как будто это его идея начать Третью мировую войну, потому что никогда нельзя забывать, что войну всегда можно остановить, ее может остановить Владимир Путин в любой момент. Но вот сейчас должны начаться военные учения в Черном море, которые были в прошлом назывались Sea Breeze, а теперь они будут называться Breeze, потому что там будут участвовать страны НАТО, там от 10 до 12 стран, почти 1400 военнослужащих, но там не будет американских военных кораблей, там будут американские самолеты, потому что Америка, видимо, не хочет уж так близко подходить к российским военным кораблям, чтобы те, ну, мы знаем, что они должны делать, но вот эта вот грань между мы помогаем Украине, но мы не являемся официальной частью конфликта и не надо на нас в это вешать, это продолжает оставаться очень четкой частью американской внешней политики. А вот, кстати, как ты думаешь, Соединенные Штаты вообще до какого, скажем так, предела готовы помогать Украине? Вот они для себя эту черту обозначили. Ведь мы же прекрасно понимаем, что, ну, допустим, отказываясь входить в Черное море в рамках учений, американцы не потому, что боятся делать. Нет, они могут на самом деле весь Черноморский флот России превратить в металлолом примерно в течение нескольких часов. Нет, они этого не делают для того, чтобы, как мне кажется, показать Путину, что он проигрывает именно Украине, именно вот той армии, которая недавно еще не существовала, у которой не было ничего. Он даже ее не может победить, вот как бы говорит Джо Байден Владимиру Путину: ты против НАТО хочешь воевать, да ты не можешь победить людей с джевелинами, да? Ну хорошо, сейчас у них хаймарсы появились, ну, сравнительно недавно, да. До этого 4 месяца они что делали? Да? Воевали против... Ну, что оперирует этими хаймарсами? Это украинские опять же, войска оперируют хаймарсами. Ну, естественно, да, опять же, хаймарсами управляют украинские войска. При том, что у армии США в совокупности около 600 хаймарсов и примерно 1300 систем М270, которые несут, кстати говоря, вдвое больше каждая боекомплекта. То есть это, правда, уже, как я понимаю, в совокупности произведено. И вот эти 1300, они распределены между Соединенными Штатами, их союзниками по Североатлантическому альянсу, но неважно. Вот 2000 систем типа HIMARS, условно говоря, да. А Россия не может справиться с то ли 12, то ли с 16. Я вот точно не знаю, сколько сейчас там на вооружении у Украины. Может быть, около 20. Но суть вот в чем, Юра. Вот смотри, сейчас обсуждается вопрос, а признавать ли Россию наконец государством-террористом или спонсором терроризма. Скажи, пожалуйста, а вообще почему такие дискуссии ведутся? Ведь очевидно совершенно, что признавать надо. Конгресс США должен признать или Госдепартамент Соединенных Штатов должен признать?
Я думаю, что с одной стороны, да, конечно, всем нормальным людям давно понятно, что Россия это государство-террорист. Посмотрите на то, как она воюет против мирного населения, потому что она не в состоянии воевать против армии. Но с другой стороны, это опять же надо иметь постоянную какую-то дополнительную угрозу, которую можно пригрозить Владимиру Путину. Вот еще могут быть дополнительные санкции, и разрабатываются дополнительные санкции сейчас. И официальное обозначение России как страны террориста дополняет и переводит еще и Россию на следующий уровень этого ада. И таким образом, это не то, чтобы дать Путину возможность уйти с лицом. Это возможность ему избежать еще одной порки. Потому что то, что с ним могут сделать, это еще, то, что с ним уже сделали, это еще не все. И можно сделать еще больше. И вот это ему просто напоминание о том, что за завтраком есть еще и ланч, и обед, и ужин. И все это идет по нарастающей. Хотя, если бы он следил за тем, что происходит с его экономикой, если бы его это волновало. Но вот сейчас такой вот момент, когда в мире обсуждается, нужны нам сильные лидеры или нужны нам демократии. Я думаю, что нам, по крайней мере, надо опасаться упрямых лидеров, потому что вот такое упрямое одиночество по имени Владимир Путин, который упрямо продолжает заталкивать свою страну в бездну, и заправил всю свою страну в эту мясорубку, из которой не выйдет никто. Потому, кроме, как он сам надеется, Владимир Путин, но он тоже себя затянул в это, и у него нет выхода. Поэтому, если он оказывается официальной страной-террористом, если он оказывается просто де-факто страной-террористом, ему от этого лично лучше, хуже не будет. Но Россия от этого будет продолжать страдать еще больше, и экономические санкции, и последствия их будут идти только по нарастающей. А то, что Россия является террористом, это, в общем-то, к сожалению, чем больше эти дискуссии проводятся, чем больше эти слова озвучиваются, так же, как когда президент Байден назвал Путина убийцей или согласился на то, что он убийца. Да, после этого не было какой-то там официальной президентской прокламации, но определенные вещи достаточно уже озвучить, чтобы понять. Да и видно потому, с кем Путин общается, когда он появляется в Иране, которая страна-террорист, ну что, ты как бы, так сказать, с кем общаешься, вот твои друзья. Осталось ему сделать поездку там в Северную Корею, обняться с их диктатором, чтобы люди поняли, что это полное ничтожество. Но это, в общем-то, всем за пределами России так понятно. Это ничтожество, к сожалению, с ядерным оружием. И вот этот момент, единственное, что осталось понять точно, насколько эти угрозы имеют какой-то смысл вообще. Потому что, учитывая, что Путин пригрозил использовать ядерное оружие на третий день после начала этой войны, которая продолжается уже больше 4 месяцев, 5 месяцев. То есть о чем тогда, чем ему, понимаешь, вот как раз, чем он еще может грозить? Он может грозить там, я не знаю, божьей карой. Ну, это что? Это название нового оружия, мультика, что это такое? Что у него еще осталось-то грозить-то? Что он продаст всю, что он отдаст всю страну Китаю, но он и так ее уже отдает Китаю. У него как бы угроза в его... так сказать, я это еще помню, когда я был молодым музыкантом, и я играл в джазовой группе, и мне рассказывал опытный гитарист, что он со временем понял, что не надо приходить и сразу все свои игрушки, все, что ты умеешь, выбрать на стол, нужно как-то это постепенно показывать людям, что ты можешь. Владимир Путин вывалил все свое оборудование на стол сразу и выяснилось, что когда он его не использовал, что, видимо, угроза не та или не такая, или не нужно так нервничать. А в это время американское государство и администрация Джо Байдена постепенно идет по нарастающей, добавляя все больше хаймарсов, все больше санкций и все больше. При этом мы знаем, как ты сказал, что у нас еще есть в запасе. Так что если вам уже от этого плохо, то Путин, то чего вы еще хотите, еще хочешь? Ты хочешь еще больше, можешь получить. Ну да, как сказал Владимир Путин, мы еще даже не начинали. Только это стоило бы, наверное, Джо Байдену сказать. Потому что Путин-то как раз уже все действительно продемонстрировал.
А вот Соединенные Штаты помогли, ну, какие-то там десятые доли процента, может быть, дали Украине от того, что они еще могут дать. И в этом заключается проблема Путина. Потому что НАТО еще даже и близко своих карт не раскрывало. Юр, спасибо тебе большое за эту беседу. Друзья, подписывайтесь на канал Юры Рашкин Репорт. И при желании подписывайтесь на наш канал и поддерживайте украинскую армию, а также, конечно, опять же, при желании Ньюсейдер через те ссылки, которые я даю в описании к этому видео, на PayPal, Patreon, банковский счет и прочее. Всем спасибо за поддержку. Слава Украине! Героям слава, друзья, давайте переживем Путина и God bless America. Присоединяюсь. До скорого!